Актер Евгений Сидихин скоро станет дедом. Сидихин – многодетный отец, у него 3 дочери. В 2018 году старшая Полина родила девочку. Недавно замуж вышла средняя Аглая. Младшая Анфиса учится в школе, ей пока не до женихов. Актер выдал замуж вторую дочь в июле 2023 года. 25-летняя Аглая стала женой финансового аналитика Владислава. Молодые люди встречались 2 года. И вот на днях Аглая с супругом появилась в гостях у Леры Кудрявцевой. Но был заметен округлившийся живот наследницы актера. Аглая с супругом познакомились на работе. Девушка не торопилась говорить бойфренду, кто ее отец. Звездная наследница первой призналась в любви. Молодые не просили денег у родителей и устроили свадьбу полностью за свой счет. Родители Сидихиной в восторге от Влада. Молодые часто заезжают к ним в гости. Любят вместе посмотреть классный фильм, вкусно поесть и что-то обсудить.